Коллективная выстава гомельских мастаков открылась у арт-просторы Центральной городской библиотеки имя Герцена. Вернисаж примеркованы до 100-годового юбилею установы. Арт-простора – это выник шматгадового сябровства Герценки и живописца у Гомеля. За 10 годов прошло больше за 200 мастацких выстав. До юбилея установы 17 мастаков представили свои лепшие творы, написанные маслом и акварелью. Главная тема работ – Гомель. На полотнах его архитектура и природа, широта пейзажев и выразность натюрморта. Повага до истории и альтернативный погляд на традицию. Работы написаны как ведомыми мастаками, так и представниками молодого поколения. Мы уже очень давно связаны с библиотекой, еще когда была библиотека на проспекте Ленина. Вот там я участвовал, проводил свою персональную выставку. Ну а потом, когда переехал сюда на новое место, вот мы еще ближе, как говорится, держим связь, поскольку проводим детские выставки. Конкурсы здесь проводим. Я здесь устраивал свою выставку, когда мне было 60. Вот. Так что мы с библиотекой Герцена старые хорошие друзья. Ну и к юбилею предложили, я с удовольствием согласился. Завтра Центральная городская библиотека имя Герцена запрошает гомельчан на день народжения. Гостей чекают знакомства с историей библиотеки, ее коллекциями, выставы и забавляльные мероприемства. Завершить юбилейный день вернисаж у кадры Герценка, подчас якого пройдет узнагороджвание пераможцев фотоконкурсу.